Раменский колледж находится в числе учебных учреждений, где жизнь студентов насыщена многообразием событий. Они успевают все – учиться, участвовать в соревнованиях, квестах, WorldSkills. Поэтому те ученики, кто планирует после 9 класса продолжить обучение вне стен школы, идут именно в этот колледж. Сегодня в рамках единого дня открытых дверей на Раменском колледже, как активном участнике кластера машиностроения федерального проекта «Профессионалитет», прошел день открытых дверей. Данное мероприятие дает возможность более широко узнать о профессиях, которым обучают в колледже. Молодых людей провели по мастерским, где каждый желающий мог увидеть, как происходит практический процесс обучения и самому сделать первые профессиональные шаги. Мастер-класс от отца. Студенты колледжа тоже присутствуют на дне открытых дверей. Павел – студент второго курса. Учиться в Раменском колледже – его осознанный выбор. Я получу очень много специальностей. Это слесарь, МСР, токарь, фрезеровщик, наладчик. То же самое, как и тоже токарь ЧПУ, фрезеровщик ЧПУ, наладчик ЧПУ, инженер-технолог. Это вот, например, инженер-технолог только по ЧПУ, программист по-другому. 3D-моделирование, там работа на 3D-принтерах. На такие встречи приходят и работодатели. Наша отрасль авиастроения сейчас находится, скажем так, в тяжелом положении. Кадровый голод молодых специалистов. Рады, что заключили соглашение и ждем выпускников этого колледжа. Отметим, тесный контакт предприятий и колледжа – огромный плюс в будущем трудоустройстве. Проводя недавно день открытых дверей, мы уже получили поток новых практикантов, которые даже уже переходят на постоянное трудоустройство. Вот. Обещана им достойная зарплата. Колледж Раменский, он имеет обширное количество специальностей, в которые большинство подходят под наше производство. Это и холодильщики, и сварщики, и технологи. Очень много направлений, во всех мы нуждаемся. Воскресенский завод «Салют», предприятие «Инновент». От первого лица они получили... Наши абитуриенты получили актуальную информацию о востребованных профессиях и специальностях, что отрасль машиностроения ждет выпускников 9 классов. Мы ждем наших абитуриентов, чтобы они, будучи студентами, с первых дней своего обучения получали востребованные новые образовательные программы профессионалитета. Елена Цыганова, Егор Кабанов для программы «Городские вести».